Рассказ Николая Носова «Ступеньки». Однажды Петя возвращался из детского сада. В этот день он научился считать до 10. Дошел он до своего дома, а его младшая сестра Валя уже дожидается у ворот. «Я уже считать умею», – похвастался Петя. «В детском саду научился. Вот смотри, как я сейчас все ступеньки на лестнице сосчитаю». Стали они подниматься по лестнице, а Петя громко ступеньки считает. 1, 2, 3, 4, 5. «Ну что же ты остановился?» – спрашивает Валя. «Угоди, забыл, какая дальше ступенька. Я сейчас вспомню». «Ну, вспоминай», – говорит Валя. Стояли они на лестнице, стояли. Петя и говорит. «Не, я так не могу вспомнить. Ну-ка лучше начнем сначала». Сошли они с лестницы вниз, стали снова вверх подниматься. 1. Говорит Петя. 2, 3, 4, 5. И снова остановился. 5 забыл? Спрашивает Валя. Забыл. Ну как же это? Вот только что помнил, а вдруг забыл. Ну-ка, еще попробуем. Спустились они вниз, и Петя начал сначала. 1, 2, 3, 4, 5. Ты 25? Спрашивает Валя. «Да нет, только думать мешаешь. Вот видишь, из-за тебя забыл. Придется опять сначала». «Не хочу я сначала», — говорит Валя. «Ну что это такое? То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. У меня уже ноги болят». «Не хочешь? Не надо», — ответил Петя. «А я не пойду дальше, пока не вспомню». Валя побежала домой и говорит маме. «Мама, там Петя на лестнице ступеньки считает. 1, 2, 3, 4, 5, а дальше не помнит. А дальше 6». Сказала мама. Валя побежала обратно к лестнице, а Петя все ступеньки считает. 1, 2, 3, 4, 5, 6, шепчет Валя. 6, 6, 6, обрадовался Петя и пошел дальше. 7, 8, 9, 10. Хорошо, что лестница кончилась, а то он так и не дошел бы до дому, потому что научился только до 10 считать.